Надеюсь, что мы с тобой насладимся этим матчем. Но вот ты считаешь Амкал фаворит, я все-таки отдаю. Мы Амкал, а вы нет. Ну, я просто по игре отдаю предпочтение Апис. Конечно, я буду рад, если Амкал выиграет. Коэффициенты от Бэтбума на первую карту 2.05 на Амкал, 1.78 на Апекс. Ну и давайте смотреть пистолетку. Да, интересно, у Дэйма еще нету пока фоточки. Хочется его, я его еще в лицо даже не видел. Хочется его посмотреть в лицо. Ты посмотри, как Апекс агрессивно с бомбой в упор подошли под Б. Сейчас два человека пушат штаны, а там Кал видят, говорят всю информацию, и тут смотри, не ожидает GKM, который находится спиной, стоит к беду. Должны его убивать, но не забудь, вся четверка Апексов. А зачем побежал-то с Дэйм? А вот... Непонятно. А ну, вот все-таки затыкали. Фу, слава богу. Но бомба установлена. 4 в 4. Придется играть в ретейк. Щипчики есть у Форестера. Спешить не надо. Спешить. Ух. Ну и крат красный. Его должны забирать. Стика все еще жив. Стика в нычке стоит. Не пропустит крата здесь однозначно. Хотя видит Айси. Забирает его. Крат очень долго реагировал. Не понимал, откуда стреляют своего тиммейта. И 1-0. Стико, если Амкал смотрели демки Apex на Ancient, они знают, что Стико всегда так играет. То есть на заходе на Б-базу Apex всегда оставляет Стику либо вот в нычке, либо где-то за Double Doors он стоит, да, вот за коробкой, ждет как раз-таки в спину. Он в каждом раунде под Б остается Стико. Согласен. Ну, чуть-чуть пистолетка не повезло, там поспешил у нас Дэйм. Как-то грамотно Апексы сыграли, так что, в принципе, заслуженная пистолетка. Погоди. Ой, так, Трэвис, Ай-яй-яй-яй-яй! Минус 2 с юспа, что не может быть, не поверю. Без армора. Подожди, потрись его. Ай. Ну, только не растерять, только не растерять приму! Вот JKM. Жестко здесь застроил по троим. Знаешь что, респект Трэвису, два гана выбил, все-таки броньку попортил им. Сейчас у нас команда Амкал будет баяться. А ПП, не знаю, будет все-таки у нас Айси. Ну это всего лишь рановато. Это всего лишь эко. Ничего страшного нет. Трэвис хорош. Да, все-таки пока рановато. Берут 5 кольтов. Полные утилки. Мы видим, фармган остался у Сенса. Кстати, игра Сенса. Я смотрел последние игры Apex. Из 5 последних игр этот игрок играл очень плохо. Хорош, Форестер на разминчике. Ну, есть, ну вот он, Сенс. Да, сумел дать килл. По красному подфармил. Но и 3 в 3. Точка абсолютно пустая. Амкал втроем под Б были. Только вот крат начинает перетягиваться в сторону редрума. Уходит под А. Ну и что придумает Apex? По поводу Сенса я с тобой согласен полностью. Он очень убедительно играл. Но иногда, когда включается, классно. Но... В основном вся команда в плюс КД, Сенс на последнем месте. Да, не забываем, что это пик команды Apex. На этой карте они хороши. Я помню, Fnatic закрывали, они очень хорошо играют. Тем более за КТ. Лучше, чем за Т. Ну, если по статистике посмотреть. Ну, а на 3 в 2 шансы какие-то имеются. Ты посмотри, с точкой с направлением угадывают. А полностью в отдачу. Можно даже зайти поставить бомбу. И как-то сыграть. Ну, там уже пропушили Амкал. Понимают, где находятся соперники. Команда Apex стоит. Ты смотри, они так стоят, вообще не хотят идти. 40 секунд, время имеется. Сейчас может Трэвис, кстати, ошибиться и... Нет? Нет. Точно. Точная стрельба приводит к фрагу. 3 в 1, как они-то последние. Ну и, скорее всего, шансы на раунд, конечно, блекнут. А ну вот не надо было так долго стоять, как будто бы они встали в этот пончик, стояли сколько. А 20. Может быть, сейчас бы Трэвис погибал. И ситуация 2-2, и они потом раунд забирают. Все ж могу по-другому закончить. Вроде да, красиво да. Так на листочке смотрелось. Ну, Трэвис просто по ему был сильнее. Окей, первый раунд за командой МКАУ. И денег, кстати, нет у Apex за счет того, что Трэвис выбивал с юспика ганы. Сейчас мы видим, что бай будет у Apex такой, совсем слабенький. Два Галилы, Калаш, Мак, Стика просто с диглом. Ну да. Ну где-то в миду, когда они в миде стояли там вместе три человека. Форестер на разминчике, я считаю, что им повезло. Потому что в тайминге могли... Ой, подожди, Форестер погибает уже. Неприятно. И уже Амкал будет четвером играть. Минута 35, можно растягивать оборону Апексом. И как-то завершать раунд. Так, проверяют банан, полностью Амкал. Никого здесь не находят, здесь будет Сенс. Ждет, и тиммейты подходят. Так, сделали развей, продлили смог.
Так, Трэвис. Наклон с позиции, крат. Вместе с ним, с Кива, будет прекрестный огонь. Вот у нас пишут Apex, команда настроения. Ну, можно также и сказать про команду Амкал. Тоже команда настроения. Бывает хорошо. Да, и те, и другие. Вот поэтому здесь непонятно, кто... У кого полетит получше. У кого настроение лучше, вот так. И те, и другие нестабильны, поэтому... Непонятно, что здесь будет происходить. Крат вырубает, как они, то 4 в 4. И JKM на 2 хп всего лишь. Поэтому даже преимущество у Амкал небольшое имеется. Ну да. Так, будут они троем заходить. JKM красный, он с дигом. Будет устанавливать бомбу и контакт. Видели Трэвиса. Есть по нему информация. Какой же... Ну, он один стоял. Почему он дальше? Есть информация по второму. Стика. Только важное будет у него. Переигрывает. Это, скорее всего, раунд за командой Apex. Хотя... Хотя... Подожди, там красный JKM. 2 хп. Можно попытаться сделать ретейк. Как его с дым не забрал, я, честно говоря, не понял. Я то есть тоже. Он там высадил пуль 10, не попал ни одной по JKM. Но вся надежда на Стико здесь, погибает так. JKM. Стико круто промутился, будет светлую идти, пачка стоит в открытую, но диффуза есть, Стико. Стико, времени не хватит сейчас, ау! Успевает. Успевает Стико. Да, успевает, там оставалась 1 миллисекунда. Так вот, а денег сейчас не будет у команды Амкал. Придется эко полноценное делать. Бонус не позволяет даже пистолеты купить. Пэшку максимум. Да, неприятный ранг, хотя я их уже на сейф отправлял, они как-то попытались. Но Стика был на шаг впереди. Молодец. Да, есть какие-то дигу имеются. Видим 2 юспика, 2 дигуа, 5-7. Да это пальчиком тыкает он вниз. На аватарку или на баннер? На баннер, конечно же, по трансляции. Друзья, переходите в телеграм-канал Фиссуры. Там и розыгрыши, и расписание, и новости. В общем, все, что нужно, залетайте, не пожалеете. Недавно компьютер во время мажора разыгрывали. И не да. Только, там еще какие-то видеокарты. Вообще куча всего, так что залетайте. Я участвовал там, брат, не выиграл. А хотелось. Новый компьютер. Так, ну что, юспы опять дигуи, видим. Сварган, ой. Двоих заметил. Будет сложно такой раунд забрать. Ох, тут еще кучу денег фармит. Навк, как они-то выходят уже с Киева. Да, четвертый для Apex. И вот вчера Apex выглядели в защите получше, насколько я помню. Не вчера, когда играли против Gun5. Они там именно в защите классно смотрелись. Сейчас я проверю данную информацию на всякий случай. Да, но, по-моему, прав. Именно в защите классно себя показывали. Ого. Так, ну что, полноценный бай у команды Амкал. Может, Апик, скорее всего, увидим у Айси. Хочется, чтобы он продемонстрировал свой снайперский скилл. И сейчас, кстати, не помешает. Да, есть у него Айк появляется. Навк у нас с фармганом. 4 АК у команды Апекс. Денег у них предостаточно, даже в случае проигрыша. Вот Амкал нужно цепляться за второй. Срочно, потому что... Хотя мы уже видели, мы сегодня видели, какой счет был первую половину. 5-1. Там 5-1 был. Все равно в конце Бэтбум выиграли. Только там Бэтбум играли за Т-сторону. Насколько я помню, они перешли за КТ и дали камбэк. Да, ну, 5-1, потом 10-4. Да. Ну и здесь Apex комфортно пока себя чувствует. Полетели на Б, быстро решили выйти нычку, не проверили. Кстати говоря, оттуда крат, двоих сбривает. Каханита находит еще один минус, но есть преимущество для Амкала ненадолго. Навк с маком залетел, и плент заняли с боем. 2 в 2. Но Навк половину здоровья потерял. Ну что ж, Стика занимает агрессивную позицию под смоком. Пойдет ли с Дэйм? С Дэйм вышел. И все. Айси на сейв должен уходить. Казалось тут шансов бы. Нет. 3-2. Должны забирать раунд. Ну вот. Трэвис хотел постреляться, хотя мог чуть-чуть, наверное, попассивнее сыграть и подождать какой-нибудь флешки от своего тиммейта. И с Дэйм вышел смок. И сразу погибает. Казалось бы, бай раунд. Апексы простой раунд делают. Выпад под флешки контактом. Еще убивает Айси. Опять денег нет, опять 2900, 3000 на руках. Опять нужно отыгрывать с пистолетами. Неприятно это, что Апекс выходит вперед. Должны шестой по-хорошему забирать. Амкал! Где пистолетка, где байер? Хотя они первых бай взяли. Но потом отдали раунд. Пока Апекс хорошо смотрится, стабильно, как вчера против Натика не играли. Как вчера они против Ко играли. Ну, все, вот знаешь, победа над Ко, победа над Фнатик. Ну, принесла такую Apex уверенность. Посмотри на коэффициенты. 1.42 на Apex и 2.90 на Амкал. Оправданные?
Я думаю, да, честно скажу. Еще и JKM опять в форме. JKM вообще радует своей игрой. Возрастной довольно-таки игрок. Да, ему 30, по-моему, лет, если не ошибаюсь. Успел он поиграть в куче коллективов тир-1. Но вот сейчас в Апексах мне прям очень нравится, как он играет. Кучу киллов постоянно находит. Помню этого игрока с Фасика. Я его мут кинул, потому что как это... Там просто, ну, невозможно было с ним играть. Просто играю, там все такое. Может, ты плохо играл просто, Сань? И поэтому я 30 бил каждый раз. Просто человек. Было времена, помню его. Он еще до фейзов играл со мной, когда лет 6 назад попался с ним на пасеке. Так, ну что тут? Крат. У него ЦЗшка, видим, пешки есть у команды, 5-7 у Стейма. Мид сразу под флешки контактом будут выходить, занимать. Да, должны здесь справляться. Апекс без проблем находит уже два минуса. Айси тоже в ухо получает. Ну, это 6-1. Будет ли у нас сегодня еще камбэк? Ну, сложно будет. Я пока, знаешь, хочется раута там кого видеть, чтобы они троем-четвером выжили и полностью нокаутировали Апекс. Может, мы еще увидим впереди. Пока, знаешь, ну, по игре, по нити игры, Апекс на шаг впереди. Правда, ну, карта не закончена. Конечно, конечно. Даже если 4-5 раундов возьму там кал, уже вполне будет реально цепляться. Но тут 5-0, конечно, закрывают Апексы. Против пистолетов проблем никаких не было. Но вот сейчас девайсы будут. Будет авик опять для Айси. Мы сегодня уже после сегодняшней игры 10-4, когда был счет, и бэтмун камбэкнули, ни одного раунда не отдали. То знаешь, и Амкал так могут такой же подвиг сделать. Но надеюсь, мы не увидим сейчас 10-4. Все-таки могут Амкал подряд 5 забрать, и мы можем увидим 6-6 счет паритет. Да хоть 5 раундов забрать, будет очень приятно. Все-таки не забывай, за атаку Амкал тоже умеет играть. Так, ну и здесь решают занимать мидл. Получается это сделать, не стали опять драться за центр карты на первых порах. Но могут потом ретейкнуть, времени еще много. Стика. Но они занимают. Решили агрессивно сыграть, они же паузу поставили. И под паузу подумали, где у них слабое место, где у них не получается. Где нужно дать какой-то первый... Быстрее, агрессивно Апекс стараются каждый найти фраг по своим точкам. Там уже бомба выходит, пода, тройка погибает у нас, ЧКМ. Ну, хорош. Опа. Минус Тика, а бомба одна. Бомба одна находится. Нужно разыгрывать этот раунд Апексом. Навки еще не вышел. С Авиком он просто ждет кого-то из темпла. В темпле прямо сейчас никого нет. Два игрока с КТ. Закрывают Навка с Маком. И сразу перетягивается Трэвис в сторону Б базы. Ну что, будут дальше как-то пытаться... Прикольный, кстати, был байт тут Апекс. Но вообще не поверили. Амкал. Угу. Полетел раскид вот этот весь на Б-базу, выхода не последовало, сразу же Амкал перетянули спада, успели, хорошо приняли двух игроков, но пока не ясно, сейчас если Коканита килл найдет, можно будет попробовать в сторону Б-базы. Но мне кажется, игроки Амкала должны быть к этому готовы, потому что не в хорош, Трэвис находит и все, должен быть раунд для команды Амкал второй. Помнишь, я тебе говорил, раунд, который должен быть без шансов, но вот... Говорю, без шансов, и они не теряют. Ну ладно, втроем нужно выжить, вкупить свою экономику и дать бой. Я все-таки верю в 6-6 от Амкала, потому что, ну, знаешь, какие-то первые раунды, пистолетка. По два байраунда, считаем, Амкал проиграли, и итог мы видим 6-1 счет. Ну, главное, этот хоть не отдали. Все-таки я уверен, если Амкал 5 возьмет, за атаку они покажут мастер-класс. Mm-hmm. Ну, 5 нормально будет, 5 окей. Ты посмотри, сколько денег у Апекс. По 7, по 9, по 8 тысяч, там, просто на 2 шикарных бая. Даже если они этот раунд умудрятся проиграть, на следующий у них тоже бай будет. Да. Ну, что у нас сделает команда Апекс? Я думаю, на их месте спешить не надо. Если не забудь, Амкал взяли после паузы этот раунд. Все-таки они пришли к какому-то выводу, может, нащупали игру команды Апекс, ключи к ним подобрали. И забрали этот важный Middle раунд. Мид пытаются занимать, а флешку, да. Форстер, движение должен, хорош. Ой, а флешечка. No sense, до флешки. Да, до флешки. До флешки, да. Оу. Опа, как они-то подставляются, и Нав тоже проигрывает снайперскую дуэль. А вот и третий, кажется, подъехал от Амкал. Там, кстати, в чате спросили, с Дэйм теперь капитан? Нет, Крат. Капитан Крат, да. Так,
Ну, в принципе, у Амкау, если вспомнить отрезок, когда они поменяли, взяли с Дэймом, довольно достаточно хороший винстрик, там, с 4 матчей. Они выиграли Инсилио, Гилд Иглс, там, невероятный камбэк Альянс, Паривижн. Так что, ну да, проиграли сегодня Энтерпрайз спустя неделю после того стрика, но сейчас совершенно другая игра. Бомба. Подожди, а может быть 2 в 4 еще, но Стико не ждал второго сразу с пончика, и Сенс остается один против троих, его контролит Савика. Успел выстрелить по Айси, но нужно было только в голову стрелять, Айси там как-то долго думал, долго стрелял, но получилось. Но три игрока опять все-таки остались живые. Ты посмотри, но все равно денег много, как я тебе говорил, Апекс, из-за того, что такой большой стрик раундов взяли. Денег просто достаточно. Но следующий раунд, деньги имеют такое свойство заканчиваться, мы видим уже тает прямо на глазах у команды Apex. И первый тайм-аут они у нас берут в игре, потому что понимают, если проигрывают этот раунд, Apex должны делать эко, и там уже и 6-5 плотный счет может быть. Да, Apex хотелось бы, конечно, набрать 7-8 раундов за атаку, учитывая, что так круто начали. Но МКАУ потихонечку собираются, девайсы появились. И уже проявляют себя замечательно. Что там, кстати, по деньгам у Амкал? Они дважды по 3 девайса засейвили. Тоже, но все равно плохо, не супер много конечно, денег. Плохо. И у бонус упал, потому что они 2 раунда взяли. И в случае какого-то проигрыша, ну, не самый утешительный прогноз будет. И те же Апексы, в кавычках, могут спокойно 9-3 закончить. При большом желании. А вот, знаешь, при счете 9-3, и там, например, 7-5 или 6-6. Ну, вы все прекрасно понимаете, что сложнее играться. И все будет отталкиваться от пистолетки. Так, кстати. Да, кстати, кто не знал, там Крат, Форестер, тренер Свят с этой троицей. Я отыграл долгое время. Довольно их хорошо знаю. Поэтому топишь. Ну, конечно, за... конечно. За своих. А чё? Но я в этом ничего плохого не вижу, на самом деле. За наших? За наших, все верно. Так. Ну что, 5 калашей? Да. Ну, смотри, у Навка еще деньги остаются. Там у Коканита Стика денег нету, у остальных имеются финансы. Если пачку поставят, Апекс все равно сумеет закупиться. А здесь Форестера моментально вскрывают. Размена не поступает быстрого. Редрум, кстати, пустой. Никого на меду нет. И по точке А прямо сейчас только с Дэйм, который решает поджимать пончик. Довольно агрессивная позиция, но его никто не контролит. Ну да, неприятно. Ой, как Трэвис погибает уже. Ну, один из важных ключевых раундов. Ну ладно, Айси делает, дает, точнее, шанс своей команде. И, кстати, ты посмотри, направление угадывает у нас Амкал. Два игрока будут на приемке. Важная дуэль, перестрелять его нужно! Дает крат. Но не ждали еще. Ну да. Крада. Да, посмотри, второй игрок и угадывает с Дэйм, дает минусы. Есть информация по двум игрокам, но все равно все в руках. Давай, чуть-чуть, пяточки. Ну как осмотри, остается. Молик не попадает. Ну, ты знаешь, Апексы все равно преимущество. 2 в 2, у них есть информация по двум игрокам. Бомба на руках у команды Апекс, могут разыгрывать. Там уже 7-й номер команды с Дэйм отошел в сторону А. Смотри, специально шумит, но вернется под точку, под Б. И там все будет на крат. Вот у него важная дуэлька, по нему есть инфа, что он должен был остаться. Ой-ой-ой, ты посмотри, ты посмотри, ты посмотри, крат! Нет! Нет. Погибает, погибает крат, но не ожидал. Молик туда залетал, смачок лежал, открылся, никого не видел. Не повезло здесь краду, но и с Дэйм один, с Дэйм справляется с сенсом. Подожди-ка, да. Конечно. Интересно, может быть, но нафиг такие клатчи любят тащить, но не в этот раз. А какой же тайминг? Браво. Какой же тайминг? Ты понимаешь, преимущество у Навка было, он мог разыгрывать как угодно, но почему-то он решил открыться прямо на прицел игроку команды. И клатч 1-2, поздравляем, Амкал. Что-то нереально вытащили, ты запомни, они же были сначала изначально 3-5. Айси дал минус, Айси второй крат каких-то дал. Я не знаю, каким чудом, но Амкал забрали этот раунд. Это жесть. Важный, важный потащили, но Апекс все равно закупаются за счет пачки, за счет киллов. Я пока напомню нашим зрителям, друзья, не забывайте, если вдруг не зарегистрированы на Бэтбуме, почему-то переходите по баннеру под трансляцией, регистрируйтесь, промокод ДАЧА дает вам 1000 фрибетов при регистрации без депозита, так что залетайте. Так, JKM, есть минус, но Форестер моментально разменивает. Так, пошел уже смог в светлую. Вот Апекс.
Но под Б-базой сейчас два игрока. По-прежнему это Крат и Трэвис. Ты посмотри, денег у Апекса, кстати, очень мало. В случае проигрыша это будет 6-6 теоретически. Потому что там теки, армор. Главное с этим раундом справиться. Как же они анпрессингуют команду Апекс. Как же они хотят от неосторожного чувачка подловить. Но никто не подставляется с командой МКАЛ. Правда, вот этот минус, разменчик все равно в пользу Т-стороны, потому что мы знаем, что оборона расшатывается, и правильная атака, которая понимает, что они дали первый стартовый минус, раскачать оборону, зайти на точку. Я думаю, Apex опытные игроки, все-таки напомним, они попали на мажор, так же, как и Амкал, что базовые знания и опыт у них имеется, но вот Стика попадает под прострел Форестера, и ситуация уже, да, если приятно, то Трэвис, ну как вот вы были в плюсе? И Навк еще Айси закрывает, остается только Форестер. По нему есть информация. Спокойно под точку А убегают моментально Апекс. Пошла флешка на мидл. Слепой Форестер. Но очень аккуратно он распикивает каждый уголок. Пачка уже ставится и нужно тащить клатч. Форестер, может быть, эйс от него мы сейчас увидим. Форестер начинает открываться, мажет. Навка, это шанс реальный для Форестера, но не знает, где находится второй игрок. Заметил, все, есть информация. Форестер, но нет, как они-то ставят точку. Седьмой для Apex. И без денег, Амкал, у всех, кроме Сдейма, денег нет. Ну, хорошо было. Ну, вот, знаешь, конечно, раунд за два для обоих коллектива. Хотелось бы увидеть 6-6, но что-то такое предчувствие. Все равно, пока Apex, вот, по прошествию 11 раундов, Apex посильнее смотрится. Каких-то... Вот если вспомнить, который раунд там Кал забирал, ты вспомни, клатчи какие-то, 1-2 там с Дэйм забирал, пока Апекс прям на шаг впереди. Ну и что, угадывает, да, направление. Контактиком у нас пода, вместе четверка будет основная выходить. Айси на приеме, но у него фармгат! Как справиться с таким наплывом? Непонятно. На трипончик сложно прочитать. Стико, минус пас Дэйму. Надали молик, Трэвис нашел JKM'а. 4 в 4, пачка установлена, и Амкал будут сейчас пытаться выбивать, Эмку подбирают, Калаш также имеется, поджал JKM, наказал ли его за этого, и Калаш подобрали, Стико успел дать хил по Форестеру, но размен моментальный, 3 в 3, есть шанс у Амкала, почему нет, Сенс находит Крада, размен от Айси, не дают вырваться вперед, Амкал каждый раз размен находит, ну и чуть-чуть приостановились, надо выбивать. Ой, нет. Мейн садится деф и Трэвис. Сложная ситуация. Ой, нет. А у него диффузов тут нет. Уже... Он не успевает. У него уже диффузов нет. Ну и молодец, кстати, здесь как они-то. Не торопился драться. Не знал, есть ли диффуз киты. И просто аккуратненько на время играл. 8-4, двукратное преимущество. А где-то я видел первого. Такой счет. Пацаны, го эко, окей? Вот, чё ты молчишь? Okay, смотри, КС с фрибетом 1000 рублей от Бэтбум. А где-то я видел такой счет сегодняшний в игре. Напомни, где? Бэтбум. Бэтбум сегодня с 4-8 как раз-таки проиграли первую половину. Проиграли пистолеты и с 4-10 смогли закомбэчить. Но в защите. В защите, да, там стороны, конечно, другие были. Но тут, знаешь, Амкал способны. Мы уже не раз видели и камбэки. Я вспомню эту игру против команды Guild Eagles, когда они проигрывали 9-3 на Мираже за атаку. И потом, точнее, за КТ они проиграли, перешли за атаку и подряд 10 забрали. В итоге мы видим, что... Ты представляешь, та вот игра много решала. Если бы МКАЛ проигрывали, мы бы сейчас их не увидели. Это ж на нашем турнире было. Если бы они тот камбэк не дали. И там бы уже могла на этом месте Guild Eagles быть. Ну ладно. Окей. Давайте посмотрим пистолеточку. Видим, есть у Крада раскид, 2 флешки смог, 4 армора у нас имеется, у Крада бомба. Какая-то изготовленная у нас пистолеточка есть. И ты посмотри, как Стика играет агрессивно с дуалами. Кстати, очень мода. Сейчас очень много игроков на пистолетке поджимает с дуалами эту дистанцию. Они просто отрезают команду. Вот попробуй подерись с такими пистолетами в упоре. Очень трудно даже Глоку. Да, дуал Беретта сейчас это какая-то имба за свои деньги. $300 всего лишь, 30 пуль.
очень-очень сильные пистолеты. Тем более на close дистанции, хотя есть профессионалы, которые вдалеке могут там хорошенько в голову попадать. Ну и проходит мидл, кстати, хорошее решение. И что, будут сплитовать бы базу через мид? Ну да, кстати, убойные позиции они заняли. Там, конечно, тройка. Интересная такая пистолетка, может получиться. Неоднозначно. Да. Услышал, да. Услышал ЖКМ. А вместе зайти, там еще двойка будет играть. Ты посмотри, флешечка какая, залететь! Форестер, Навк на размене, двоих сбривает. Ситуация 3 в 3, но Навка должны хоронить здесь. Так и получается, с ДМ 2 минуса оформил, пачку потеряли, но уже подбирают. 2 в 2, JKM пытается перестреливаться, не стал ждать тиммейта, падает. И Стико вынужден тащить 1 в 2. Его заметили, есть информация, Стико побежал. Но есть еще флешка у Форестера. Хотя здесь, возможно, и без флешки справится. Стико, надо идти. Времени не очень много, так как китов нет. Да, но без шансов. Форестер ставит точку, да. Вот такие, такие позиции, перекрестный огонь, там максимум на ноу убивал, и там размен моментально последовал. Ну что, пистолеточка есть, можно и поесть. Сейчас мы посмотрим, Форс или Эко у нас делают. Ну, я думаю, пауза. Да, пауза у нас в матче. Я думаю, скорее всего, Апекс поставили ее. Вроде МК, она не понадобится, эта пауза. Интересно, есть что-то обсудить в команде? А, это техническое, насколько я понял. Техническое, я понял. Да, может что-то не так. Ну вот посмотри, JKM, Стико и Навк пока очень хороши. Ну обычно именно эта троица как раз-таки в хай-табе находится. Сенс обычно внизу, но вот здесь как они-то, видишь, 7 на 8, как-то не идет у него игра. Пока. А все время у кого-то из игроков Apex, например, то Сенс не шла игра, то как они-то не шла. Но Сенс до сих пор держится стабильно. Почему-то я вот заметил, вот даже зрители подтвердят, что все время, когда заходишь посмотреть статистику, у Сенса проблема. Но вчера против Natic он показал свою лучшую игру. Из-за этого они просто без шансов вынесли 2-0. Их, и вышли с группы и попали на команду Амкал. Да, вот я не знаю. Конечно, первая игра Аврора против Bad Boom мне надолго запомнится. Очень хороший там Bad Boom играли. Не знаю, если они такую тенденцию продержатся, еще наверстают свои карты, ну, потренируются, еще лучше станут, то можно и, в принципе, знаешь, на топ-15, на топ-10 метить. Ничего себе. Конечно, ну, пока еще чуть рано, вроде стрельба есть, все имеется, но нужно еще потренироваться. Все-таки, можно сказать, игрок новый пришел, команда плюс-минус молодая. То есть, думаешь, могут Bad Boom Team сейчас там с Virtus Pro, с Heroic сражаться? Ты видел, как Virtus Pro играет в Heroic? Там одной левой можно вынести. Ну, если бы ты там сказал какую-нибудь, знаешь, вот посильнее команду, там G2, Face, там вот так, тут я бы сказал. Тут ты такие команды назвал. Ну, ты сказал топ-10, я вот посмотрел в рейтинге, кто сейчас там 9-10 строй. Через неделю они понизятся. Так. Так. Ну, здесь легкий раунд должен быть для Амкала. Сенс нашел один минус. Но, скорее всего, больше ничего не получится сделать. Да, JKM уже последний, у него 30 хп. Даже можно было бы, знаешь, так, на верочку сыграл Тревис, можно было и не тратить молик. Ну да, здесь, конечно, раунд будет за командой Амкал. Но вот следующее. Насколько он важен будет в первую очередь для команды Амкал? Если они возьмут и в ноль выбьют всю экономику, там потом будет небольшой форсик, может, от двух пистолетов. Этот счет теоретически может быть 8-8. А 8-8 — это уверенность в своих силах. Амкал поверит, что они могут выиграть. Знаешь, могут где-то позволить даже себе неоднозначные раунды, раскидки, быстрые раунды. И, в принципе, могут добить команду Apex. Все в их руках, они за атаку, они дорожку себе протаптывают. Так что вперед, Амкал! Ну, сейчас поглядим. Хоть КТ-сторона и посильнее у Амкала, но JKM круто на крада перевелся, кратным прыжком вылетал на мидл, но сумел попасть JKM в голову. Здесь еще и Каканита пострадал. У Амкала хорошее преимущество сейчас. Ну да, но есть, ты посмотри, два красных. 17 и Каканита 27, Навка 17. Крада потеряли, ну, нужно забирать раунд. Ты видишь, с бомбой основная тройка у нас будет проходить пода. А полностью отдали, в это время Apex выбивает мид втроем. Сейчас у них будет весь карт-бланш, они будут понимать, что, скорее всего, это А или Б. И не угадывают по ходу с направлением. Они сейчас будут подниматься в девятку, а в это время Амкал выходит втроем с бомбой на пустой поинт. Бомба будет ставиться и забираться раунд.
Ставлю свою шляпу. Так. С пачкой идут проверять пончик. Понимаю, что здесь никого нет, но нафиг-то уже услышал. Нафиг же слышал. И пойдут вдвоем во мейн. Будут ли ждать такое, но тут подставился, конечно, Стико. Как они-то и нафиг красные. А как выбивать-то? Форестер почекивает иногда мейн. Ну, выбить, по идее, вообще на сейф нужно уходить с такими хп. Я думаю, капитан команды должен... Ну, странное решение от Сенса. Ну, типа на первый килл, так и у своих тиммейтов же 17-27 хп. Они могли сообщить ему, давай засейвим. У нас есть следующий раунд, мы можем закупиться, скинуть ганы. Ну, это только на руки команды Амкал, хорошо. Так, пришла к нему там жертва с МКой. Ладно, окей, сдаем. Можно найти, кстати, минус. Да, счетик. И полностью под ноль уничтожает команду Apex. А это хороший удар по экономике. Сейчас команде Apex... Ну, остается только пистолеты покупать. Может, какую-нибудь одну гранатку. И теоретически мы можем увидеть 8-8 по резет по раундам. Да, полноценно возвращаются. Амкал, молодцы. Как мы с тобой говорили, 4-5 раундов, если наберут, будет уже неплохо. Так оно и происходит. Взяли 4, пистолетку. Первый оружейный. И вот уже все в порядке. У Амкал. Так, ну что, главное здесь, как говорится, не затупить. Подожди, у нас тут комментатор, а можно не так сильно запить замка, он неприятно слушать. Смотри, брат, я тебе так скажу, там есть английская трансляция, там болеют за апексов. Ну, пожалуйста, вот там есть английская фиссура, КС, НГОТ-1, вот там болеют за апексов. Переходи туда, наслаждайся. Если ты поставил на апекс, это не значит, что ну, я не могу поболеть за друзей. Комментатор, нет, нельзя, будем болеть за Амкал. Поехали, Амкал, вперед! Но я, конечно, не так явно за Амкал болею. В душе, конечно, поддерживаю СНГ-коллективы, но предиктил я победу Apex. Но если он не понимает на английском, знаешь, проблемы кого-то не должны волновать. Так, ну раскидали хорошо бы базу. Амкал по навк. Один килл есть, но, возможно, это все для Apex. Пытается Стик еще что-то найти, но это 8-8. Молодцы. Да, хорошие, молодцы. 8-8. Вот следующий раунд. Интересно, кто из них вперед. Ну, знаешь, при такой игре, когда Амкал не очень хороший старт показали, когда они были за КТ, как-то все время в роли догоняющего, и увидеть счет 8-8, это ну, достойно покоя. Смотрим, как будет дальше. Все-таки игра не закончена, она только вышла в паритет. Ну, единственный плюсик можно найти, что Амкал хорошая экономика. Потому что у них 4 сейчас засейвленных гана, у них по 6 тысяч, даже сейчас по 8, по 9 будет. И, в принципе, на 2-3 раунда, на 3 таких, на 2 потненьких и на 3 у них будет бай. А вот Апексам нужно драться за свою экономику, и тут где-то в каких-то микромоментах может возникнуть проблемы. Ну вот важный, действительно важный для Апекс раунд. Авик появится? Появляется. Нав, кстати, вот знаешь, иногда мы видим, как... Видите, кол есть или просто снайпер берет там М-ку или калаш. Навк, если есть возможность, всегда берет АВП. Причем он даже в клатчах. Один там в три остается, все равно с авиком продолжает играть, даже если есть возможность подобрать какой-нибудь калаш. То есть он в себе уверен со своим профильным девайсом. Опа, не залетел ЖКМ, но все равно килл дал. Да, погибает у нас крат со старта, уже минута 40. Преимущество у нас играет команда Apex. И нужно куда-то... Ой, стрим! Сразу, где он находит килл? Он подбедал килл, и можно выходить, кстати, поинт пустой, с макет руки, попытаться поставить бомбу. Ну, пока все хорошо, Амкал. Интересно, как у нас... А, он АВП убил вражески. С эмки вышел. Да, навка сбрили, но JKM еще минус находит и нашивает еще немножко по айсе. JKM, опа, Стика подловил одного, видит второго. Какой ретейк. Ретейк без потерь от Апекс. Ну, как-то он гранаты достал, но молодцы, Апекс. Молодцы. Как-то, знаешь, субурно все получилось. Хорошо, на точку зашли. Дали минус, уравняли ситуацию 4-4. Но, да бывает такое. Вот молодец Стика, который вышел. Очень хорошо грамотно сыграл. Хотя, если бы с гранатой не был соперник, я не видел там никто, то, в принципе, его могли спокойно приструнить. И он бы не дал бы два минуса, и непонятно, как ситуация бы обернулась. Бывают такие индивидуальные тайминги, индивидуальные ошибки. Ты посмотри, вторую паузу берут у нас Амкал. А ты понимаешь, что после паузы Амкал все время раунды забирает. Есть такое ощущение? Ну, там... Не знаю. Там же трейлер грамотный.
Ну, Свят, кстати, очень хорошо вписывается на тренера, он очень грамотный в этом плане, он очень хорошо подкован тактически, и я думаю, он какие-то правильные слова, наставления даст своей команде. Ну, коэффициент только что нам показывали, 2,4 на Амкал было, 1,55 на Апекс, вот коэффициент как будто, ну, такой, чересчур. Займи денег. Нет. Там 2,4 на дороге не валяются. Вернешь в два раза больше? В три. Ну что, бай есть у Амкал, и даже если вдруг отдадут раунд, у них опять будет бай, там после закупа 5500, 5800, 5800, 3600, только у Форестера 1000 остается, но если что, ему дропнут. Ну, кстати, и у Апекс есть деньги, в крайнем случае. Че, какой там, если... какой Рами тренер? Вы о чем? Че за Рами? Там в чате пишут Рами тренер. Роми, может, они имеют в виду, но Роми у Ганфайв. Да не, Роми у Ганфайв, Свят на ХЛТВ написано у Ламкала. Последние влоги со Святом выходили. Ами. Чё за происходит в чате? Ну ладно, пусть будет Рами. Я не знаю, кто это. И... Опа, Айси. Да? Подловил Сенса. И что, можно от этого отталкиваться, разыгрывать раунд? Уже в большинстве у нас остается команда Амкал. Видим, что основная тройка, даже четверка с бомба будет подходить под А. А под А у нас Тика и два игрока Тика с ЖКМ будут принимать этот поинт. Интересно, смотри, как они угадывают. По парам разбились. Там еще, кстати, у нас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А красные. Погибает у нас Трэвис Люк. Да, Люркера подловили. ЖКМ жестко попадает. Одного сбрил, второго... И только с Дэйм один против двоих мажет Навка. Это шанс. Это шанс прямо сейчас для Сдейма вытащить еще один клатч. Но у него еще целая минута уходит просто в пончик. И пойдет под базу сейчас. Можно еще пачку поставить. Почему бы и нет? Ну да, хорошо, что мне в долг не дал. Но там Навка, посмотри. Хорошо, что мне в долг не дал. Правильно, давай. Сами больше не проси в долг. Нет. Но знаешь, раунд такой ключевой был. Окей. Интересно, у нас 8-10. Впереди команда. Последний бай у Амкал. Да, бай какой-то присутствует. Не знаю, как. Ну, так бай, конечно. Нет, там хороший, да, хороший, да, бай. Да, хороший бай. Интересно, вот я не знаю, чем у нас Амкал 9. Я думаю, у Крада все-таки козырь есть в рукаве. Куда можно пойти? И самое интересное, что Апекс были в этом раунде на шаге впереди. Они зачитали команду, они разбились по парам, очень грамотно сыграли. В этом плане Апекс пятерка. Было круто сыграно, и из-за этого они забирают раунд. Ну что, дефолт, не спешат, ждут, пока стартовые гранаты пройдут. Каждый индивидуально будет отбивать свою зону с хелпующим игроком. Гранаты, спешить не стоит, минута 25 на таймере. Под хаешки не попасть, под выпады, под флешки тоже нельзя попадать. Амкал прекрасно понимает, если они отдают этот раунд, это автоматически 12-й для команды Апекс. Так что нужно браться всеми силами. Это интересная экономика, конечно, у КТ. Не перестаю удивляться, хотя тысячу раз видел. Апекс выиграли раунд, потеряли три девайса, да. И у них денег сейчас меньше, чем на старте предыдущего. Ну, экономика злая шутка. Иногда я тоже, бываю, зарплату получу, а уже на следующий день ее нет. Знаешь, это вот как то же самое и в игре так. Так, ну что тут, медленно, 45 секунд, не спеша, видим направление от игроков команды Амкал, будут, оставили одного люрка в беде, который будет заходить в спину, основная тройка должна у нас проходить по банану, интересно, смоки последние у нас Апекса дают, вроде должны успевать по таймингу, полетели смоки, тройка на выходе, Айси прикрывает Савиком, все хорошо для команды Амкал, выйти, и размен нужен. Ну, находят из ДМ и Айси по киллу. Да, ЖКМ свою задачу выполнил, килл дал, но дальше команда подкачала. 3-4, и что, Апекс, надо сейвить. Да. И они уходят на сейв. Все правильно. Апексы все правильно делают, потому что в случае проигрыша ты понимаешь, что экономика была на нуле. Там опять бы мы паритет могли увидеть. Грамотное решение. Ну и хочется отметить Амкал, который просто все силы потратили, наверное, на этот раунд. Очень грамотно сыграли без ошибок. Ты видел, сделали дефолт, не попали под гранаты, АВП законтролил дальнюю. На размен под ручку сыграли, попали, дали смоки, ну и, в принципе, заслуженный раунд. Вот дальше бы так увидеть такую игру от Амкала, я думаю, Апекс не будет шансов. Самое главное здесь попали. Попали, ну так это игра. Да. Это игра, да, везде да. Нужно попадать. Вот любую игру возьми, нужно хорошо нажимать на кнопку. Маус один.
Ну что ж, раунд в ноль. Уже для Apex отдают, и Амкал будут вырываться вперед. Почему? Ну, Apex, потому что без денег они не перезакупятся нормально в следующем раунде. А, ну если они возьмут, так они ничего не взяли. Это нужно, чтобы Амкал поверили в победу, нужно два забрать. Один они уже забрали. Сейчас, если второй забирают, ну, шансы присутствуют. Но нужно, говорю, без ошибок. Ошибаться, цена ошибки — это минус карта. Ошибки — проигранная карта. Так, ну что мы тут видим? Опять дефолт. Опять они ждут стартовые гранаты, пока пройдут. Опять такой же, вы видите, раунд плюс-минус. Но самая какая главная задача при дефолте, вообще у любой стороны, это отбить баню, вместе на размен сыграть, отрезать там, подготовить платформу для сплита АБ или оставить люркера, или занять мид и оставить одного игрока в миде. Попадает наф, но не летально, как же это обидно всегда для снайпера. Хаешка полетела, наф живет все еще, видит его тень, пытаются нашивать, да, наф погибает, крат не побоялся, задавил, хаешка. Погибает еще и Сенс, взрывают крада 3 в 4. Отличная ситуация для Амкала. И можно заходить под бейт. Здесь прямо сейчас столько стика. Все правильно делают. Амкал понимает, что розыгрыш, они в преимуществе одного игрока. Можно зайти, отстрелить игрока и забрать этим раунд. Как они, да? И ловят! На гранате падает ситуация 2 в 4. Можно ставить бомбу. Не терять. Не терять преимущество. Аккуратно. Как по книге. Ну, все хорошо вроде. 2 в 4. Ну, знаешь, раунд хороший. Хорошо, что они вместе потом додумались выйти под Б. А ты вот подумай сейчас, экономика. Вроде паузы у нас остались от команды Apex, я насколько знаю. И Амкала еще одна осталась. По идее, тут от Apex должна залетать пауза. Потому что пока все идет не по их сценарию. Так. Ну, да, да, я с тобой согласен. Но если Стик и JKM засейвят, смогут Apex перезакупиться. Но нужно еще мудриться засейвить. JKM находит еще один минус. Стико. Агрессивный такой сейв, учитывая, что экономика у них не очень хорошая. Ну и Айси. Надо отходить. Не взорваться. И Стико. А кстати, ну вот он грамотно сделал. Он выбил ганы. И ты знаешь, вроде деньги есть у команды МКЛ. Но ты посмотри, не забавится. Узбонус упал. На руках-то в случае только же. Все-таки каждый раунд уже при счете 10-10. Это выход на шаг вперед. Мы понимаем, 11-12, скоро игра закончится. Так-то Стика в этом плане очень круто сделал. Вот они закупились, посмотри, сколько денег. 1600, 0, 1150, 1100. А так бы забавились. И... Да, если Apex соберут, то Амкал будут большие проблемы. Провал в экономике. Один из ключевых. В первую очередь для Амкал. Потому что в случае проигрыша успеться будет сложно. Так, тут уже Трэвис на одном хп, Айси, крат погибает, у Айси 44, хороший старт раунда от Apex. Но Сенс, с Дэйм дал килл, Сенс сразу разменялся. Там красные, ты посмотри, Трэвис 1 хп, 44, у Айси, Форестер 78, ты как, что? Ну ладно, пусть будет так. Преимущество было 4 в 3, сейчас уже 3 в 3, и даже можно затащить раунд. Там тоже Сенс 11 хп, и Стика 48. Тайминг нужно удачный. Ой, они на двоих игроков уходят. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И тут, правда, Стика спиной, а почему бы и нет? Может, стоил оба Фореста? О, Стика в нычке. Сенс красный, есть шансы. Трэвис падает, но Сенса разменяли моментально, не ждут нычку абсолютно. Стал по первому стрелять Стико, но справляется с двумя. Не дают поставить пачку. 11-10. По 2500, 3000 у Амкала. И сейчас вопрос, будут ли они делать форс, улынить или 2к? Нет, скорее всего, нужно что-то до 2000, потому что все-таки, да, даже если они отдают следующий раунд 12-10, можно 2 забрать и на допы вывести. А здесь риск того, что они просто проиграют эту игру. Да, все правильно делает команда МКО. Вот, как я и говорил, вот запомните тот момент со Стика, который выбил Тригана. Это показатель, хоть и МКО забрали этот раунд, но Стика грамотно все сделал. Так, ну что... Теоретически Апексы должны забирать 12, потому что, ну, гранат нет, денег нет. Есть какие-то, видимо, у Форестера Дигл, 4 Глока, будет он первый пробовать, дать какой-то стартовый минус, а потом можно, кстати, может получиться. Если он сейчас выйдет, префом, пулечку, а не про... Да, видел, его видели. Ну. И пикает JKM, ждет этого Форестера, но не попадает просто по противнику.
Ну что ж. 5-4. Кулаки остались. Нет, подобрал все-таки Айси Дигл, но мне кажется, шансов, конечно, очень мало будет. Да и шансов вообще нету, по идее. 99,9, там, что Апексы заберут. Там уже 2 матчпоинта будет за этой командой. Ну и бай от команды Амкал. Все-таки 2 раунда, знаешь, взять 2 раунда подряд и допы. Чтобы нет. Ух ты. Ух ты. Затыкали JKM из Глоков, с Дигла Айси. Также попадает. Нашли М-ку. Но шансов все равно маловато. Тут при... Ну а что за тайминг? Увидел одного, справился. Увидел второго. С Дэйм должен давать килл. Нет, нах, тут успел переключиться на P250. Трипл килл для снайпера Apex. И 23-й раунд, друзья, на ваших экранах. Смогут ли Амкал все-таки перевести эту карту на допы? Или же Apex свой пик заберут? Почему бы и нет? Я думаю, смогут. Если при должном желании, правда. Знаешь, все равно по игре, вот по самой общей игре, как-то Апексы, согласись, посимпатичнее смотрится. Получше. Да, да, да. Мне Апекс больше нравится пока. Вот на Эншенте точно. Так. Ух ты. Ну и есть размен какой-то. 4 в 4. Там уже, смотри, Миде принимает, и главное, Форстеру сейчас не подставится. Там у нас Трэвис в убойной позиции. Форестер ждет аркаду. Есть информация, что Кори играет. Ну, чуть-чуть поспешил. Надо было по дефолтнее сыграть. Надо было Трэвису дать отыграть. С Дэйм. Там тройка игроков у нас находится на банане. Айси. Айси. И что? Молодец. Но ждут листика. Ну. Сенс. Не увидел. Не увидел с Дэйма. Но ситуация плачевная. Айси 7 хп. Трудное решение. В тиски их забрали. Там мид перекрыли. Двойка отыгрывает под Б. Я не знаю. Нужно просто Амкалу сейчас попадать. Потому что... Если не промажут, ну, на никак не развернулся. Если развернуться, то с какими-то потерями. Так, Стико продолжает играть на девятке. Никого до сих пор не видит. 45 секунд. Ну, ждут ошибки. Ждут ошибки команды игроков Апекса. Апекс в это время вот на инфу. Пошел первый. Ну, Стико по Тревису попадает. Падает вся команда Амкал. 13-10. Ну, в принципе...